Всем привет, дорогие друзья, с вами Донни и Funny Games. Мы находимся в КРМП, и это шоу «Найди автомобиль по фотографии». Здорово, братаны! Ребят, наконец-то я купил свою ласточку, купил себе Весту. Правда, это, конечно, старый такой, Дори стайл, скажем так, это 16-й год, если не ошибаюсь. Вариант Весты, ребят. Какая девочка, за ней. Да-да, без пружин. Ребят, в общем, играем мы, конечно же, на GTA RP 6-й сервачок. В описании к этому ролику есть ссылочки и айпишник на проект. И, ребята, разумеется, также там есть наши промокодики, которые помогут вам быстренько развиться на проекте. Итак, ребят, смотрите, в чем вообще суть этой рубрики. Прямо сейчас Гена открывает мне свой фокус, а я открываю ему свою ласточку, свою Весту. И, ребята, я должен буду спрятать фокус Гены, вот, получается, в городе Южном, а Гена будет прятать мою Весту тоже в этом городе. Вот, угу. И после этого мы должны будем встретиться в автосалоне и за отведенное время найти наши автомобили по одной лишь фотографии. Ты, в принципе, как, готов, скажи мне? Да, я тебе открыл уже фокус. Тогда смотри, давай мы сделаем так. Сейчас я тоже открываю свой фокус. Так, садись, я сажусь в твой, да? Так, ну что, мы, в принципе, выключаем сейчас радар, чтобы нас не было видно. И давай, Ген, мы сейчас в Дискорде, точнее, в ТС-ке разойдемся, то есть, чтобы нас не было слышно. Ну, или, в принципе, можно находиться вместе. Да можно и так. Окей, тогда я поехал. Давай, ты тоже выезжай. Фига у тебя резкий! Фокус, что да, это за фокус такой резкий? Так, ты уехал непонятно куда, за мной уже погоня. Чувак, прикол в том, что машина не моя, короче, да? Ну вот, со мной уже поле... А, здорово! Здорово, ладно. Да, мусора, да, наши. Мусора, ладно. За мной едет Нельсон. Так, я, короче, постою на красном лучше, чтобы в Деморган не улететь. Это, знаете, есть такая здесь... А я на зеленый, кстати, проскочил. Так, ну... Стоп, а ты там едешь? Не знаю. Я тебя, кажется, видел сейчас. Ладненько, давай-ка я... лайбочка, да? Короче, смотри, сейчас я... Да-да-да. Сейчас, в общем, я найду какое-нибудь обалденное место, куда можно было бы спрятать твой фокус. Угу. На полях не прячем, да? Да-да, именно вот там в дворах, там где-нибудь, не знаю, на заводе, может, каком-нибудь. Есть, короче, у меня одна такая просто обалденная идея. В этом месте мы бываем очень редко. И ты его поэтому, скорее всего, очень плохо знаешь. Серьезно? Да-да-да, ну, надеюсь на этом, во всяком случае. Вот, ребят, то самое место, которое Гена очень плохо знает. Наверное. А хотя его еще лучшее место, гляньте. Просто перфектос, посмотрите, да? Короче. А я что-то хотел в гаражах спрятать, потом понял, что ты их слишком быстро. Так, ну все, короче, я в принципе готов. Сейчас я делаю скриншотик вот такой вот. Даже, знаешь, это, ну, это реально палевный скриншот. Ребят, да? Просто посмотрите, то есть, если знать хотя бы хоть немножко этот город, то, в принципе, найти эту машину будет на изичках. Так, я выключаю фары, делаю скриншотик вот такой. Так, вот, я тоже фары, двигатель, все, выключил, чтобы не угнали. Ты тоже уже все, да? Да, но я еще скриншот не сделал. А, ну только давай, делай скриншот, и тогда давай встречаемся с тобой около автосалона. Так, ну что, машину мы спрятали, фотографии готовы, Ген, ты как, готов отправлять? Да, да. Ну тогда скидываем. Так, это ЖД. Это ЖД. Это... Так, а ты возле паника какого-то. Ну, короче, ЖД, кажется, это будет изи сейчас, не? Да? Ну, я старался скриншот сделать более-менее адекватным. Так, это... А где у нас ЖД есть? А, там, так, да, радар ЖД? Радар у нас отключены, правильно? Да, радар у нас отключены, мы ничего не видим. Угу. Вот ЖД. Ты сейчас по путям просто, да, поедешь? Ну, вдоль путей еду сейчас. Ага, ну да, вдоль. Блин, гелик. Тихо, здесь этот Урал, короче, по встречке. Вы что творите, молодые? Так, я на красном лучше постою, чтобы Деморган не улететь. Ну, а я проехал. Да, вот. Хотя лучше стоять, на самом деле. Да, вот я проехал на зеленый. Подожди, а это разве... Это дальше, что ли? Блин, а где ты припарковал мой фокус, чпокус? А что-то ЖД ушло под землю? Что? Оштрафован, я оштрафован, ну ладно. Я, кстати, на твоей Весте, когда ехал, тоже два штрафа получил, сорян. Подожди, а где здесь ЖД выходит обратно? Знать бы, блин. Я не понял. О, серьезно? Ты нашел? Рядом с мэрией, да? Ты нашел? Да, я. Ты угораешь, что ли? Капец, ты быстрый. Так я в шоке, сейчас открою свою лайбочку. Ну ты быстрее меня, короче, получается, нашел. Я честно не ожидал, бро. Ясно. Не, подожди, я, короче, заехал совсем уже, не кажется, не туда. Ой, напылил, ничего не вижу, а куда еду? Так, мне бы саму вспомнить, куда где еду? Я ее оставил. Подожди. Что-то... А, ну я вспомнил, где я ее спрятал. Так, у тебя радар выключен, поэтому я могу ехать, да? Да, в принципе.
Подожди, это мне кажется... Давай так, это, короче, на севере южного. Блин, как тебе сказать-то? Просто если я сейчас Escape нажму, у меня... Ну так, вот чисто вот зрительно. Вот, короче, там, где... Получается, где твоя машина, это юг получается. А там, где мы начинали, то есть автосалон... Ой, да, автосалон, это получается север. Ну, это недалеко от наших домов, если честно, тоже. Хотя, фиг знает. Как тебе сказать? Тут такое здание веселое, неоновое, фиолетовое, розовое. Ночной клуб, йо-йо-йо. Так, я так понимаю, что вот тот самый клуб, про который ты сейчас говорил, да? И это что ли... А, стой, подожди, это... Там нет. Похоже, там нет или нет. Подожди. А чё ты чё? Это вот в том ангаре, да, получается? Все, я только проехался. Я поехал не туда. Ладно, сейчас развернусь, короче, быстренько. Я понял, здесь да. Здесь где-то, да? Да, 100% в том ангаре это. Ну, вообще без вариантов, то есть. Все должно быть настолько, наверное, правильно, как я думаю. Так, сюда, правильно ведь? Вот. Ну, не знаю. Наверное. Чё? Где? Чего? Он здесь был? Да. Это то, что релок или что? Может, его угнали? А как? Русские машины то, что угоняют? Наверное. Короче, ребят, я нашел машину, но ее угнали. Слушай, короче, а как ты думаешь, что быстрее, Kia Ceed или Ford? Фокус, по-любому. А давай сейчас напрямую чисто выйдем, так чисто для интереса. Ребят, короче, все понятно, сегодня победил у нас Фанни, то есть он нашел машину куда быстрее, чем я. Я думал, что я спрячу машину просто нереально сложно, но фиг там был. Короче, получилось так. Угнали, к сожалению, российский автопром. Да, российский автопром угоняется, да, короче, АвтоВАЗ. Окей, ну давай, наверное, я в принципе даю 3 гудка и мы стартуем. Давай. Ну, уходит Фокс. Ну да, это вообще без вопросов. Изи. Да. На самом деле, здесь, короче, получается, что Kia Ceed, она вроде как даже лучше, чем моя Веста, да? Сейчас посмотрю по скорости. 113 почти у меня было. Тут какие-то лаги на сервере, отормаживаюсь. Оп. А, нет, слушай, 87 что ли прет? Ну, в принципе, как-то вот так получилось. Ребят, слабее в общем... Веста даже. А? Слабее Веста получается? Ну, получается, вроде бы да. Или я, может, просто не разогнал максималку. Ребят, короче, получилось у нас такая интересная ситуация, что Фанни нашел машину просто ультра быстро. Я вроде как нашел место, в которое стояла Веста, но Веста не было, ее угнали. Вот да, такие дела. Себе. Вот, ребят, ну в принципе на этом будем серию заканчивать. Знаете, я думаю, что в следующий раз мы с Фанни провернем подобный ролик, но в более сложной уже местности, в такой, в которой мы редко бываем, чтобы сложнее было найти машину, да, разумеется. И, разумеется, чтобы эта местность была куда больше. Да? Да. Конечно, попробуем. Да-да-да, вот, ребят, ну, в принципе, если вам эта серия понравилась, то, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ребят, еще кое-что, в описании к этому ролику, я уже говорил, есть наши промокодики. Вводите их при регистрации, они помогут вам быстренько развиться на проекте. Ребят, ну, всем удачи и всем пока-пока.